Паш, Паша, харе спать, скоро урок начнется. Привет, Эли. Привет. Хей, еще что такое? А это Павлушенька бомжует. Ведь нам видно. Наверное, скорее всего, из-за татушки и из-за дредов. Маркерами. Что, была цветная была? Да. Погнали за маркерами. Погнали. Так. Давай возьмем. Я что-нибудь зарисую. Окей, я пока что ее морду рисую. Главное, чтобы он не проснулся. Всем привет! Перескакивает аккуратненько на руку, бежит и ховается под мышку. А тигр идет обратно в пещеру. Ну как, нормально? Дим, в какую пещеру? Ты бы еще в трусах своего тигра нарисовал. Точно! Если бы тут внизу живота тигр набил. Спасибо, Анька, хорошая идея. Дим, ты дурачок, я вообще-то пошутила. Или ты хочешь, чтобы тебя Валюха как Пашу выгнал со школы, да? С Валюхой шутить нельзя. Так она не увидит, он же вот тут он будет, разноцветный, красивый. Дим, ты нормально вообще? Представляешь, если тебе какой-то мужик будет там татуировать? Да, что-то я не подумал. А может тогда сзади русалку красивую, и ее хвост опускается мне в трусы? Дим, блин, не начинай. Да что не начинай, ладно, я еще подумаю, потом вам еще скажу еще одну какую-то идею. Блин, приперлась. Привет. Всем привет. Дима, смотри, какой у меня сладкий пончик. Камила, это что, круг? Да я вижу, вижу, почек хороший. Только ты смотришь, я же Валюка говорила, никаких надувных предметов в школу не носить. Так я и не в школу, я на речку собралась. Пойдешь со мной на речку? Будем на пончике плавать. Камила, блин, успокойся, у тебя, блин, детство в жопе и играет. Хватит ко всем приставать. Блин, что ты орешь на Камилу? Я бы, например, пошла что-то такого покупаться на пончике. Или полежать поплавать. Вместе? Да. Камила, если что, я с тобой пойду поплавать. Дарина, что ты на нее орешь? Никому она не мешает. Камила, я готов с тобой плавать. Куда в этот раз поплывем? Давай поплывем. Давай поплывем в Африку. Вот это, Камила, ты придумала. Африка это тебе не Турция. До нее плыть, плыть, не переплыть. Давай в какое-то другое место. Ну, тогда... Камила, ты что, Антарктида находится что, два раза дальше, чем это Африка? Нет, давай еще что-то другое. Камила, у меня идея. Давай я, Дима и ты плывем твоему кругу по Днепру, и так мы наплывем на Черного моря, и будем там купаться и отдыхать. Ага, смотрите, что у вас корабли не раздавили. Не раздавят, не переживай. Отлично, отлично! Втроем на кругу! Дима, ты согласен? Ну, я...
я, конечно, согласен, но только я не понимаю, как мы втроем будем на одном кругу плыть. Дима, у нас же есть еще матрас. Мы прибьем здесь гвоздик, а потом будем вот так вот плыть, 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 плыть. Вот. И потом мы приплывем креветкам на Черное море. Камил, тут такое дело, мы никуда не поплывем. Если ты взяла уже гвоздик, то все, это только тонем мы будем. Помогите, помогите, спасите, помогите, помогите, помогите. Так что не, идея плохая. Так это же лучше. Мы попадем в подводное царство к Спанч Бобу и к Патрику. А Патрик мой самый любимый персонаж. Он потому, что он самый умный и красивый, как я. Камила, может, давным-давно поняли, что с фантазией у тебя все хорошо. Правда, с мозгами не очень. Че вы орете? Я люблю какие-то Спанч Бобы, матрасы снятся. Вообще, сон или что? Привет, Паш. Пашок, привет, давай вставай, потому что скоро твоя тетка припрется и будет тебе опять прорладывать за твою новую татуировку. В смысле новая татуировка? У меня только одна, Барт. Посмотри, я свою новую, там у тебя Вася поселился. В смысле, где? Че? Че за бред? Кто это сделал? Какой Вася, блин, это Барт вообще? Че это за лужа? Это Васечка просто уписал, да. И, кстати, это тебе Дима нарисовал, да? Это мой Дима, что это Пашок, это они нарисовали, не слушай. Мы пришли, он уже рисовал. Да, да. Дима, что ты делаешь? И Дима потом сел на место и говорит, не сдавайте меня. Крысы. Сам такой. Дима, ты нормальный, нафиг ты это сделал? Как это теперь оттирать буду, блин? Нормальная татуировка была. Не, Пашок, разрисовали, конечно, хорошо, но так это не я, это девочки. Я в этом не виноват. Добрый день, дети. Добрый день. Здравствуйте. Камила, это что такое опять? Это круг, круг! Я вижу, что это круг. Зачем ты его принесла? Мы пробьем его гвоздиком и попадем в подводное царство к Спанч Бобу и Патрику и будем есть краббургеры. Ну, моя зайка, какая ты умничка. Стоп, забирай круг и на место, на место. У нас урок. Паша, а ты что, не уехал домой? Тетя, ну что я куда-то ехал? Мне у тебя нравится. А мне, Пашенька, уже не нравится, потому что ты меня не слушаешь, а вот татуировку сделать додумал. Ты что, еще не дорисовал? Да не дорисовывал ее, это твои ученички мне тут порисовали, блин. Вася какой-то. Ну что этот Вася делает? Я не знаю. Так, чтобы это все смыл, быстро бери рюкзак, сиди за ним. Да, Камила, очень сильно хочу. А там пончики есть? Да, да, пончики, мороженое, еще мыльные пузыри есть. Ну, отлично. Ну вот, Пашок, и решили, едешь с нами. А жить мы будем у Белки Сэнди в скафандре. В ананасе, точно. Дима, вообще-то в ананасе живет Спанч Боб, а Сэнди в куполе. Пофиг, Камила, едем к Спанч Бобу. Так, прекращайте, вот ведете себя как маленькие дети. Я понимаю, что вы устали, что вам хочется уже отдыхать, поплавать. Но у нас незаконченные с вами предметы, оценки не выставлены. Давайте собирайтесь, и сегодня у нас тема «Зачем понадобилась реформация?» Ой, революция? Так а вот, революция... Нет, деформация, как же деформация. А, деформация, так это вот этот вот, да, предмет, да, он изгинается, да, то есть, да, меняет, да, свою форму, ну, вот, это, да, называется деформация. Это как вот резиночка, знаете? О, да, вот, да, вот, да, она вот все, да, такая, да, вот, да, эта деформация, да, произошла. Да. Девочки, о чем вы вообще рассказываете? Я сказала, реформация. В 16 веке Западной и Центральной Европе довелось пережить великие потрясения из-за того, что многие богачи позволяли себе много, тратили деньги государственной казны, устраивали пиры, а бедные люди от этого страдали. И даже могли эти богачи себе купить индульгенцию в церкви, и даже если они кого-то убивали, это считалось, что они ничего не сделали, потому что они заплатили большие деньги папе. И собрался обычный народ, поднял восстание, и вот тогда и прошла большая реформация. Так это что получается? Я мог пойти купить обычную бумажку и пойти кого-то убить, и мне за это ничего не будет? Дима, не просто какую-то бумажку, а индульгенцию. Ее купить могли только очень богатые люди. И они, конечно, себе позволяли то, что нельзя. Закончили с этим реформацию. Возглавил Мартин Лютер Кинг. Это был священник и богослов из города Виттенберг в Германии. В юности Лютер учился в университете и стал монахом ордена августинцев, а позднее доктором богословия. Он был и образованный, и добрый, и его очень раздражало то, что творилось. И он собрал вокруг себя бедных людей, и они провели восстание, которое так и называлось – реформация. Паша, если ты будешь спать на моих уроках, то я тебя терпеть не буду.
поедешь к своей маме. Тетя, я очень хорошо тебя слышу. Я же не глазами тебя слушаю. Так, Татьяна, подождите. Так это что получается? Все-таки можно было купить эту бумажку и убить кого хочешь? Дима, ну я вообще, если честно сказать, удивлена твоему именно вопросу. Почему тебя интересует именно индульгенция и то, что нужно было кого-то убить? Да просто, короче, у нас тут девочки. Рассказали парню, что якобы я ему нарисовал татуировку, а на самом деле это они. Так что мне кажется, надо идти покумать эту индульгенцию. Ой, покумать. Ну иди покумай, две покумай. И куплю. Валентина, сколько она стоит? Дима, не указано, сколько она стоит. И тем более в нашем государстве оно у нас правовое. Этого сделать нельзя. У нас все по-честному, у нас есть суды, и тебя накажут, если ты сделаешь что-то не по закону. Тетя, короче, можешь потише разговаривать? И Дима тоже! Так, я не поняла. Ты как вообще со мной разговариваешь? А ты, Камила, что там ротик свой открыла? Мне никакая индульгенция не понадобится, чтобы тебе по заднице надавать. Ой-ой-ой. Пашеньке тетя поплопки надует. А тетя. Дима, если ты сейчас свой рот не прикроешь, то Пашенька тебе поплопки понадует. Так, Паша и Дима, разборки устраивайте потом. А сейчас у нас с вами важная тема, по которой потом будет контрольная работа, если вы не знаете. Итак, про Мартина Лютера Кинга я вам сказала. А теперь давайте проговорим, что такое лютерова ересь. Здравствуйте, я новая ученица Черри Вишенка. Можно я вас буду